Здравствуйте, это «Время новостей» на МТВ, в студии Любовь Макарова, и вот лишь некоторые темы выпуска. Участники Всемирного фестиваля молодежи из разных стран мира узнали больше о системе выборов в России. Это один из особенных дней мероприятий, потому что он действительно показал, насколько свободны и открыты выборы в России. Что еще вошло в программу пребывания в регионе иностранцев, интересующихся избирательной системой России? До главного политического события в жизни страны считанные дни. В Волгограде обсудили подготовку к выборам президента России. Обеспечить доступность голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья, людей старшего возраста, жителей, проживающих и исполняющих свои обязанности в труднодоступной местности. Какие еще задачи поставил губернатор на совещании? Помогал ковать великую победу в тылу, восстанавливал Сталинград и почти на полвека неразрывно связал свою судьбу с заводом «Волгоград-Нефтемаш». Все, что шло по сборке, шло все через наше бюро. Поздравление с 95-летием принимает ветеран предприятия и ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Кралькин. Первый в космосе. В Волгоградском планетарии открылась выставка, посвященная 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Во время его полета было 11 нештатных ситуаций. Какие экспонаты расскажут посетителям о жизни советского космонавта до, во время и после полета? А также где в Волгограде на Масленицу будет скакать огнегривый конь, новый участок дороги в Кировском районе, кто принял участие в конкурсе «Незримая красота», визит в Волгоград легенды мирового бокса и дайджест самых интересных новостей на mtv.online. В России началась масленичная неделя. В этом году провожать зиму будут с 11 по 17 марта. Это время катания на санях, различных гуляний. Самое популярное лакомство в этот период, конечно же, блины. Ну и еще один неотъемлемый атрибут праздника – чучело масленицы. Его, кстати, в Волгограде уже устанавливают. Сотрудники МБУ «Северное» завершили устройство каркаса главного персонажа праздника. Символ прощания с зимой, как и в прошлые годы, выполнен из деревянного бруса. Следующим этапом станет доставка элементов будущего чучела к месту проведения народных гуляний в Центральном парке культуры и отдыха. Во время финальной сборки каркас наполнят хвойными деревьями, выброшенными горожанами после новогодних праздников или нереализованными на елочных базарах. Нарядят масленицу в платье светлой весенней расцветки. В этом году куклу сделают почти 8-метровой высоты, а диаметр ее основания составит 6 метров. Чучело по традиции сожгут в широкую масленицу. В этом году она отмечается 17 марта. В рамках визита в регион участники Всемирного фестиваля молодежи посетили избирательную комиссию Волгоградской области, узнали о деталях предстоящих выборов и ознакомились с работой комплексов обработки бюллетеней. Гостей из Непала, Монголии, Того, Алжира, Турции, Парагвая, Ливана встретил председатель избирательной комиссии региона Виктор Черечутин, ознакомил иностранных участников фестиваля, интересующихся избирательным процессом, с работой сотрудников избирательной комиссии Волгоградской области, рассказал о подготовке к проведению выборов президента страны. 7 марта в регионе и в стране завершился масштабный проект подготовки к голосованию «Информ-УИК». За это время наши более 5000 членов комиссии прошли более чем 880 тысяч домохозяйств. В рамках бесед с избирателями члены комиссии задавали вопрос, собираетесь ли вы идти на выборы. 72,5% избирателей, с которыми удалось поговорить, ответили «да». Еще 22,5% ответили скорее «да». Соответственно, мы ожидаем высокую явку на этих выборах. Виктор Черечутин ответил и на вопросы гостей. Их интересовало участие молодежи в избирательной системе. Председатель избиркома рассказал о молодежной избирательной комиссии, созданной в Волгоградской области. Могут более подробно ознакомиться с избирательной системой. И затем те, кто из них, у кого из них будет желание, многие из них принимают участие в работе уже реальных, обычных избирательных комиссий, либо работают в качестве наблюдателей на выборах. Молодые люди узнали о применении цифровых технологий и мерах по обеспечению открытости и гласности избирательного процесса в современной России.
Мне кажется, это один из особенных дней мероприятий, потому что он действительно показал, насколько свободны и открыты выборы в России. И мне кажется, в нашей стране было бы тоже неплохо применять некоторые принципы. У меня мама русская, а папа ливанец. В моей стране не мы выбираем президента, а мы выбираем министров и депутатов. Потом уже они выбирают президента. А в России люди выбирают президента. Это лучше, мне кажется. Гостям продемонстрировали работу технических средств подсчета голосов, комплексов обработки избирательных бюллетеней. Вставляем по одному лицевой стороной вниз. We put them one by one, face down. В программе для гостей Волгоградской области, интересующихся избирательной системой России, запланировано также посещение территориальных избирательных комиссий по Ворошиловскому району, пункта приема заявлений ТИК о включении избирателя в список по месту нахождения. Ирина Абрамова, Рубен Тальский, «Время новостей». Ну а до главного политического события в жизни страны, выборов президента России, остаются считанные дни. В этом году голосование продлится 3 дня, с 15 по 17 марта. О том, как Волгоградская область готовится к выборам президента Российской Федерации, говорили сегодня на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Бочарова. Губернатор отметил, подготовка к главному политическому событию 2024 года проходит в плановом режиме. Организационная и информационная подготовка к выборам вышла на финишную прямую. Избирательная комиссия Волгоградской области в соответствии с действующим российским законодательством осуществляет подготовку к обеспечению избирательных прав жителей Волгоградской области. Общественной палатой Волгоградской области сформирован региональный штаб общественного наблюдения. В плановом порядке проведена подготовка общественных наблюдателей. В муниципальных образованиях завершается подготовка помещений для избирательных участков. Кандидатам в президенты России, политическим партиям, участникам избирательного процесса, согласно законодательству, предоставлены все необходимые возможности для ведения избирательной кампании. Андрей Бочаров отметил, что в связи с завершением подготовительного этапа выборной кампании необходимо продолжать оказывать организационное содействие всем участникам избирательного процесса для реализации их прав в полном объеме, обеспечить в срок готовность избирательных участков, во взаимодействии с правоохранительными органами особое внимание уделить вопросам комплексной безопасности. Обеспечить доступность голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья, людей старшего возраста, жителей, проживающих и исполняющих свои обязанности в труднодоступной местности, на предприятиях и организациях с непрерывным циклом производства. Оказывать максимальное содействие Центру общественного наблюдения, созданному на базе Общественной палаты Волгоградской области. Андрей Бочаров также поставил задачу продолжить информирование избирателей о формах голосования и местах расположения избирательных участков. В Волгограде приступили к подготовительному этапу строительства нового участка дороги по улице имени старшего лейтенанта Токарева в Кировском районе. Рабочие МУБД СР Советского района Волгограда расчищают территорию. С помощью спецтехники убирают верхний слой грунта. Работы ведут в рамках программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Как только позволит погода, строители приступят к обустройству котлована под будущую дорогу и формированию дорожного основания из песка и крупнозернистого щебня. Участок автодороги по улице старшего лейтенанта Токарева заканчивается рядом с домом номер 1. После завершения строительства нового 800-метрового участка уличной дорожной сети жители развивающегося микрорайона получат двухполосную дорогу с тротуарами, парковочными карманами и велодорожкой. Новый участок пройдет вдоль склона Григоровой балки, поэтому проектом предусмотрен также комплекс работ по берегоукреплению, включая возведение подпорных стен. На завершающем этапе рядом с объектом появятся зеленые насаждения и газонная трава. Новый автомобильный проезд позволит жителям новостроек с комфортом передвигаться в границах микрорайона и обеспечит удобный выезд на обновленные дороги по улицам Пожарского, Григория Засекина, Санаторную и далее на вторую продольную магистраль. На протяжении последних лет обновление и строительство автодорог в Волгограде ведут с учетом перспективного развития города. Реконструкция существующих, строительство новых участков городских магистралей, модернизация транспортных развязок входит в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда. Реализация всех мероприятий позволит значительно повысить безопасность и пропускную способность улично-дорожной сети города-героя.
Помогал ковать великую победу в тылу, приехал восстанавливать Сталинград и почти на полвека неразрывно связал свою судьбу с заводом «Волгоград-Нефтемаш». Большой юбилей. 95 лет отмечает ветеран предприятия и ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Кралькин. Сегодня он с радостью принимал поздравления от тех, с кем когда-то работал и дружил. Дарья Коломыченко продолжит. Показывая фотографии семейного альбома, Александр Кралькин вспоминает детство. Родился и рос в Астраханской области, там же встретил войну. Когда она началась, ему было 12. Подросток как мог помогал и семье, и фронту. У нас была большая семья, 7 человек. Вот. Ловили рыбу, сдавали ее и получали деньги. На завод «Волгоград-Нефтемаш» Александр Иванович пришел молодым мальчишкой после армии. Устроился котельщиком. Через 3 года поступил в техникум. Днем на заводе, вечером учеба. Сразу после стал технологом по сборке нефтехимаппаратуры и зарекомендовал себя быстро. Ответственности не боялся, предлагал свои технологии, работу выполнял качественно. И уже через время Александр Иванович стал начальником заводского бюро сборки. Все, что шло по сборке, шло все через наше бюро. Аппараты-то разные были, и сложные, и простые. Ну, в основном сложные аппараты были. Завод хороший, я сказал бы. Ага, вот. Были заказы. Все исполняли. Я был такой, так сказать, на хорошем виду у начальников цехов. В его трудовой книжке всего несколько записей, и все с завода. «Волгоград-Нефтемашу» Александр Кралькин посвятил большую часть своей жизни – 49 лет. На предприятии же он встретил свою будущую жену. Те, кто работал с ним в разные годы, во мнении сходятся. Александр Иванович – большой профессионал, который внес весомый личный вклад в развитие предприятия. За разработку Кралькина наградили серебряной медалью Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства. Александр Иванович был и остается примером для коллег. Вы относитесь к тому поколению, которое этот завод построило, заложило фундамент, на основе которого мы сейчас вот с Сергеем работаем, получаем удовольствие. Здоровье самое главное, да? Никогда не унывать, находить что-то интересное в сегодняшней вашей жизни. Елена Таволгина на заводе работает уже 40 лет и во многом благодарит за это Александра Кралькина, который не побоялся взять в бюро сборки вчерашнюю студентку политехнического института. Как руководитель, признается женщина, он всегда был строгим, но уважительным. Давал работникам раскрывать потенциал и учил не бояться проявлять инициативу. Всегда нас приучал к самостоятельному решению всех вопросов. То есть он нам давал задания, и потом мы ему отчитывались, и он уже корректировал. Если надо, то в нужное русло, если надо, дать совет. Но всегда давал нам именно возможность проявить свою инициативу. Я ему очень благодарна за это, и все 40 лет я его вспоминаю, и до сих пор еще своим молодым работникам привожу его в пример. Сплоченный трудовой коллектив – гордость «Волгоград-Нефтемаша», а его ветераны, которые годами наращивали производственные мощности и показатели, и проработавшие на площадке не менее 30 лет – главное богатство завода. На сегодняшний день ветеранская организация «Волгоград-Нефтемаша» насчитывает почти 1500 человек. Люди, которые своим добросовестным трудом создавали имя предприятию, заложили его славные трудовые традиции, расширяли его технические возможности. Такой возраст и стаж на работы на заводе 49 лет, он, конечно, просто поражает воображение, ну и заставляет задуматься о том, ну, что сейчас мы привносим в работу нашего предприятия, в работу нашего завода, для того, чтобы поддержать вот такие высокие, скажем, стандарты, высокие начинания, которые заложили такие люди, как Александр Иванович. Сегодня у Александра Ивановича 3 внуков и уже 4 правнуков. Когда тебе 95, активности, признается, в жизни становится меньше. Тем не менее, ветеран сохраняет бодрость духа и по сей день порой еще ездит на родной завод. Теперь уже в гости, но с прежней любовью. Дарья Коломыченко, Виталий Грищенко. Время новостей. Умный и бесстрашный – первый, кто совершил полет в космос на высоте 300 километров над уровнем Земли. В Волгоградском планетарии открыли выставку, посвященную 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Фотографии и документы рассказывают о его жизни до и после полета в космос. А после экскурсии по выставочному залу посетителям представили полнокупольную программу «Юрий Гагарин.
первый космонавт. Поехали. Слово, которое в один миг стало известным не только для жителей Советского Союза, но и всего мира. Юрий Гагарин первый, кто достиг границ космического пространства. Каждая из этих фотографий – история большой страны, история великих свершений советских ученых. В честь 90-летия со дня рождения космонавта сотрудники Волгоградского планетария открыли выставку и рассказали о всех трудностях становления Юрия Гагарина как космического первопроходца. Ведь самые главные трудности ждали его во время полета. Состоялся полет первого человека в космос, но был ли он успешным? Да, его можно считать успешным из-за того, что Юрий Алексеевич Гагарин живым на Землю вернулся. Но во время его полета было 11 нештатных ситуаций. За полтора часа полета он многое пережил. Возможность короткого замыкания, неработающий контакт при закрытии люка, проблемы с клапаном дыхания, орбита полета, которая не соответствовала штатной, и еще большое количество ситуаций, из-за которых Гагарин мог не вернуться на Землю живым. Ну, наконец, приборный отсек отсоединился, а тут загорелась обшивка спускаемого аппарата, кабина стала потрескивать, а по иллюминатору потекли струйки расплавленного металла, это очень сильно Гагарина напугало, и вот он как раз в этот момент воскликнул, что «прощайте, товарищи, я горю». 12 апреля 1961 года Гагарин выполнил один оборот вокруг Земли за 108 минут и приземлился в Саратовской области. А 14 апреля его торжественно встречала Москва. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Затем, как посол мира, Гагарин совершил 46 зарубежных визитов. В полнокупольном зале зрителям показали фильм об истории космонавтики и жизни Гагарина. 5 июня 1961 года первый космонавт планеты побывал в Сталинграде. В Лёт, на котором летел Юрий Алексеевич, задержался в аэропорту Гумрак на 3 часа. Я сюда приехал, потому что меня очень заинтересовала тема про Юрия Гагарина. Мне очень интересно слушать про это и посещать какие-то экскурсии. В Волгограде есть улица, парк имени первого космонавта планеты. Через 5 дней по предложению учеников школы номер 8, ныне лицей номер 5, учебному заведению также присвоили имя покорителя галактики. Памятный бюст на территории лицея появился в 2021 году. Изображение первого летчика-космонавта площадью 160 квадратных метров украшает и сцену в парке имени Гагарина в Краснооктябрьском районе. Картину художник Алексей Бережнов выполнил в технике аэрографити. Юрий Гагарин стал настоящим символом мощи нашей страны, человеком, которого знают и уважают во всем мире. Он буквально принял всех не только своим мужеством, но и широкой искренней улыбкой. Вячеслав Баранов, Рубен Тальский, «Время новостей». Радость в глазах участников турнира и их наставников, заслуженные награды и звезды спорта. В Волгоградской академии физической культуры прошли поединки в рамках чемпионата и первенства ЮФО по тэквондо МФТ. Масштабные спортивные старты объединили более 500 спортсменов. В числе почетных гостей участники специальной военной операции, ветераны и многократный чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев. Визит Николая Валуева в Волгоград начался с большой пресс-конференции, посвященной масштабному спортивному событию. Когда выступает наш президент и говорит о развитии спорта, вот это как раз и есть то самое развитие, которое сегодня и гости города, и волгоградцы смогут увидеть в спортивном комплексе. Я приехал тоже на это все посмотреть, благодаря праздникам времени свободного чуть больше. Более 500 молодых спортсменов продемонстрировали свою технику, стойкость и знание элементов восточного боевого искусства. Одну из первых золотых медалей на соревнованиях завоевал волгоградец Михаил Шевченко. Ему 8 лет, но в его копилке уже более 20 золотых медалей. Поддерживали юного чемпиона родные и близкие, в том числе и мама. Самое главное для того, чтобы выиграть, это тренировать всю технику. Нужно тренироваться, и тогда даже в сложном спорте все будет получаться. Есть много разных приемов, которые на один вид кажутся смешными, но на самом деле они несут какую-то пользу. То есть, например,
отбить удар или наоборот себя защитить. Участие в соревнованиях приняли спортсмены Юга России, Краснодарского края, Республики Крым, Адыгеи, Севастополя, Волгоградской области и других регионов Южного федерального округа. Из Ставропольского края в Волгоград прибыла делегация из почти 30 спортсменов и наставников. Многие из них стали обладателями всех комплектов наград. Эти соревнования важны для каждого спортсмена. Это новый регион. Многие спортсмены выезжают впервые, так как самый крупный соревнованный чемпионат России. Чтобы к нему подготовиться, мы стараемся посещать каждый турнир, чтобы спортсмены, соответственно, набирались опыта и росли. В чемпионате и первенстве состязались спортсмены разных возрастов. Для каждого предусмотрены отдельные испытания в личном и командном зачете. По стране в целом тэквондо достаточно развито. Во многих регионах есть наше региональное представительство. Волгоград сейчас предпринимает максимум усилий, чтобы поднять уровень. Вот в том числе мы проводили в январе семинар, да, провели аккредитацию судей, которые сейчас здесь как раз работают на данном турнире. В целом видна положительная динамика. Юных спортсменов поддержал и кумир многих – чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев. Он приехал в Волгоград не один, а со своей семьей. Они побывали не только на состязаниях, но и посетили главную высоту России – Мамаев курган. Я, конечно, не мог не приехать, потому что приглашен в качестве почетного гостя на Южный федеральный округ по тхэквондо. Кстати, впервые на соревнованиях такого ранга по этому виду спорта присутствую. Спасибо большое, что пригласили. Знаменитый спортсмен приехал в город-герой по приглашению депутата Волгоградской городской думы Ивана Селезнева. Состязания прошли при поддержке Федерации по тхэквондо МФТ региона и России, администрации Волгоградской области и Волгограда. Отдельное спасибо нашему тренерскому составу, за что отдельное спасибо администрации нашего города и области за предоставленные залы и возможности заниматься, со всеми необходимыми, совсем необходимым инвентарем, который у нас есть, чтобы наши спортсмены выступали достойно на подобных соревнованиях такого уровня и прославляли наш славный город-победитель Сталинград-Волгоград. Председатель Волгоградской городской думы Владлен Колесников от имени главы Волгограда Владимира Марченко и депутата Волгоградской городской думы пожелал молодым спортсменам побед и спортивных успехов. Когда перед тобой именитый человек может с вами поделиться информацией, как стать спортсменом-профессионалом и превзойти себя, достигнуть самых высоких показателей в спорте, это проявить волю, это, конечно же, поддержка друзей, наставников, это целая такая огромная работа. И прежде всего, работа над собой. Победителям и призерам чемпионата и первенства Южного федерального округа вручили приятные подарки и заслуженные медали. Помимо участия в турнирах, почетные гости на площади павших борцов у Вечного огня провели патриотическую акцию «Да здравствует Россия! Россия вперед!». В мероприятии участвовали юноармейцы, воспитанники поста номер 1 и кадетских классов школ города-героя. То, что зовется русским, то, что зовется нашим, будет принадлежать нам всегда. И самое главное – это хранить историю тех защитников, которые поколениями проходили и писали историю нашей страны, нашего многонационального народа. В завершении акции к Вечному огню легли красные гвоздики, а по аллее героев торжественным маршем прошла знаменная группа поста номер 1. Максим Черпак, Виталий Грищенко. Время новостей. Угощение на Масленицу, очередные новые схемы мошенников и мартовские магнитные бури. Далее краткий обзор самых читаемых публикаций нашего информационного портала mtv.online. Когда волгоградцев ждут следующие длинные выходные? Волгоградцам звонят мошенники под видом врачей и пугают плохими анализами. Как обезопасить себя и близких от действий аферистов? Волгоградцев в марте накроет несколько магнитных бурь. Когда метеозависимым людям стоит быть начеку?
В Волгограде на масленичных гуляниях создадут огнегривого коня, где пройдет интерактивная программа. Тонна мяса и 10 тысяч блинов. Чем будут угощать волгоградцев на масленицу? Когда волгоградцам проиндексируют социальные пенсии? Когда в регионе стартует международная акция «Сад памяти» и кто сможет принять в ней участие? Какое место заняла Волгоградская область в рейтинге закредитованности регионов? В ботаническом саду Волжского раньше положенного распустилась фейхоа. Какие еще растения оранжереи зацвели до срока? Сладости, украшения, съедобные букеты. Волгоградки рассказали, какие подарки получили на 8 марта. Пожары при зарядке гаджетов. Как избежать происшествия? Советы спасателей. А также, как спасти эмоциональное здоровье сердца, как правильно выбирать продукты к масленице и для создания уютной атмосферы медитации и в качестве ароматерапии, как создавать свечи из соевого воска. Об этом не только читайте на сайте mtv.online. Незримая красота. В Волгограде прошел первый в России межрегиональный конкурс талантов среди незрячих и слабовидящих женщин. Его участницы – представительницы прекрасного пола из нескольких регионов Российской Федерации. Несмотря на серьезный недуг, эти молодые красавицы смогли реализоваться и в профессии, и в семейной жизни. С красивыми, смелыми и талантливыми девушками познакомилась моя коллега Ангелина Романенко. Вначале их было 150 претенденток на победу, и лишь 15 девушек с проблемами по зрению от 18 до 40 лет прошли финал конкурса красоты. Перед выходом на подиум для них организовали тренинги с профессиональными психологами, педагогами по вокалу, дефиле, сценической речи, мастер-классы со стилистами и визажистами. Татьяна Бусько из города Героя Новороссийска, руководитель клуба «Собак» проводников Краснодарского края. В конкурсе принимает участие со своим верным помощником, лабрадором Кайсой. Часто ездит с ней на соревнования и каждый день на работу в поликлинику. Кайса помогает мне намеренно, она выводит меня на сцену, она лежит, ждет, это очень показательно, так как даже собаке поводырю лабрадору, это самая тяжелая выдержка, особенно когда хозяин танцует, и там у меня будет футбол слепых мяч, ну это пролежать и выдержать, не побежать, это вот показывает одно из качеств собаки-поводыря, то, что она должна, где ее положили, лежать и ждать до команды хозяина. В 2018 году в Волгограде впервые в России провели конкурс красоты среди женщин с особенностями зрения. В 2020 году в нем приняли участие красавицы со всей нашей области. В этом году конкурс проходит в рамках проекта «Незримая красота», который реализуют при поддержке фонда президентских грантов. Нам надо незрячим, слабовидящим понимать, что мы живем в мире зрячих людей. На нас смотрят, на нас тоже как-то равняются и смотрят, что по нас судят, как люди с инвалидностью выглядят. Хотелось бы изменить отношение об инвалидах по зрению в обществе в лучшую сторону. В финале конкурса приняли участие 15 девушек из 5 регионов страны – Краснодарского края, Республики Адыгея, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей. Наша землячка Марина Молева работает в детской клинической поликлинике номер 15 медсестрой по массажу, мама двух замечательных детей. Решила показать себя, на других посмотреть. И все равно из нас каждая самая красивая, раз мы уже на этом празднике. Помимо дефиле и творческих номеров, красавицы соревновались не только в привлекательности и таланте, но и в остроумии. Представьте, что вам выпала возможность организовать собственное мероприятие. Что бы это было и на что бы оно было направлено? Наверное, это было больше к спорту, что-то спортивное. Впервые в России на конкурсе зрителям, имеющим проблемы со зрением, помогал тифлокомментатор, специалист областной специальной библиотеки для слепых. Организаторы конкурса гордятся, что запустили такой полезный проект. При поддержке фонда президентских грантов этот конкурс проходит уже как межрегиональный, и история конкурса развивается, расширяется. Мы этим гордимся. То, что у нас в Волгограде придумано, сделано и воплощается из года в год в жизнь.
Победительницей первого в России межрегионального конкурса среди женщин с проблемами со зрением стала волгоградка Татьяна Степанова. Каждую девушку отметили в определенной номинации. Проект «Незримая красота» помогает участницам поверить в себя, побороть комплексы и страхи, раскрыть их многочисленные таланты и самореализоваться. Ангелина Романенко, Александр Шишин. Время новостей. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на Рутубе. Не пропустите главное, подписывайтесь на наш канал в Дзене. На сегодня это все. Хорошего вечера и до встречи. Сегодня ночью и завтра днем в Волгограде без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, ночью 4-9, днем 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6, -8, днем +1, +3.